вечер в Анапе, солнце заходит, и народу купающихся совсем немного по сравнению с тем, что творится здесь днем. Днем здесь просто негде яблоко упасть. Кругом здесь эти полотенца, и люди лежат, практически трудно место найти. А вот как вечереет, уже не так жарко, и можно сказать так, купаться очень хорошо, ходить под вечер. Вот так вот. Вот так вот выглядит она по вечеру. Вон там колесо начинает крутиться, днем оно не крутилось, вот это колесо. Вот такая вот вечерняя Анапа. Там видится Золотая бухта. Это то ли отель, то ли санаторий, что-то такое. Ну все. Такой вот красивый закат.